там чуть-чуть совсем проигрывает она. Пошаталась она в первой линии, я говорю, мы немножко невнимательно, я Пюстову посмотрела, а это Плисина. Виктория Листунова. Да, видите, тоже, казалось бы, и соперники нырять. Вот она, вот она. Как начинает ее поддрагивать. Токи высокой частоты, никуда не убежишь, прям по проводу идешь, только потряхивай, успокойся. Готовится долго так. Ой, какая сложность. Это невероятно. Сальто назад с поворотом на, на 180. Это очень сложно. Ну, я не знаю, вот она еще, может быть, одна гимнастка делает. Не в зале, а на соревнованиях. Это она классика. Ну, вы посмотрите, это тут уже с ногами даже можно не напрягаться. Тут. Ну, Вика, конечно, выточена просто максимально. У нее все линии настолько острые, настолько ровные. Ну, держись, мой хороший. Мы тебя подхваливаем. Это все, я знаю, какие приметы у девчонок. Вообще у спортсменов приметы. Не хвали, под ногу не говори. Это держись. Вот так вот. Прям гвозди забивать надо на бревне. Вот приземление и не шелохнуться, как это делали румыны. Да, вот их школа как раз прям такая была в то время. Кстати говоря, сейчас у них уже не очень здорово. Они потеряли все. А у них такая прям устойчивость была на бревне удивительная. Я думаю, что они, может быть, прям что-то пьют, что не трясутся. Но когда нервничаешь, когда соревнуешься, всегда кажется, у соперника что-то лучше получается. Со сколько уже готовится, там сигнал прозвучал, да. Второй уже, это что ж получается, время она пропустила? А почему поле время она преодолела, это могут минус 0,3 за просроченное время, но не буду я забегать, я не могу прям позволить себе такие легкие сбавки в отношении гроссмейстеров, они великолепны, но вполне вероятно, она шевелилась при вот первое приземление. И ей пришлось сильно задержаться и потеряться. Это время-то идет тоже. Минут 30 дают всего на выполнение комбинации. Здесь, все, что за? За 10 секунд как раз прозвучал первый сигнал, и потом уже второй. За 10 или за 5? Если за 10, она успела. Нет, но это уже был второй сигнал, когда она стояла, готовилась еще к соскоку. Посмотрим, ладно. В общем, несколько секунд, судя по всему, она просрочила. А там уже не важно. После второго сигнала, после минуты 30, одна секунда просрочена, 10-15, минус 0,3. Но, так или иначе, от начала до конца, с высокой сложностью, Вика здесь, справилась. Я думаю, что обойдет Кустову, которая сейчас на первой позиции находится. Да, я так смело сказала, ведь она же тоже старалась упасть, Листунова, при наскоке, помнишь? Старалась упасть. Ну, это такое есть выражение. Она мотала, ее мотала, но она удержалась. Но эти махи глубокие ногами, это все равно потеря равновесия. Это все. Впереди у нас вторая четверка, и сейчас оценка Вики Листуновой. И сколько же? Ну, судьи тоже. Вот мы говорим о нервах сильного спортсмена, более, ну, менее сильного. А когда выходит авторитет, так скажем, для судей это тоже дополнительно. И 14:08, дорогие друзья, мы делаем небольшую паузу и переходим ко второй четверке.